Итак, всех приветствую на моем канале. В этом видеоролике я покажу, как сделать 3D-текст без использования панели 3D. Ага, запись идет, а Photoshop залагал. Окей, ничего страшного, перезапустим. Так, делаем обычный пустой слой, документ, вот холст, более правильно сказать. И начинаем тут делать уже текст. Давайте, знаете, как сделаем нижний слой, мы сделаем на 250 пт. А верхний сделаем на... В таком случае 350. Так, в интервал зайдем, изменим на авторасстояние. Ставим 350 и отлично, все. Теперь с авторасстояния, конечно же, меняем на более подходящее нам. То есть тут давайте сделаем 100, 200. Вот, 200 нормально. Как это сделать? Нам необходимо скопировать Ctrl плюс J. Здесь сделать серенький цвет какой-нибудь, чтобы такой объем выделялся у нас. Сделаем тень. Давайте 1,80. 42 умножения нормально. И зажатым шифтом и стрелочкой на клавиатуре будем смещать, смещать. Видите, у нас получаются вот такие вот обрезы. Конечно, это очень-очень неправильно. Поэтому я скажу, как сделать правильно. Не надо постоянно вот делать так. Вот это не тема такая себе. Берем, сейчас все дело копируем. То есть мы можем взять и нажать, убрать, то есть вот этот текст, очистить стиль слоя, но мы сначала его скопируем. То есть мы его скопируем и очистим. Вот. Теперь, что нам необходимо сделать? Опять-таки копируем. И каждый раз, когда мы будем нажимать Ctrl-J, один раз нажимаем на стрелочку клавиатуры. Нижнюю. Вот так вот, нижняя стрелочка клавиатуры. Ну, примерно вот так это происходит. Это очень легко. Все, 18 копий хватит. Объединяем и вклеиваем. Вот так вот у нас получается. Можно было сделать больше, но на самом деле очень просто. Вот. Спокойно изменяем цвет, какой нам будет понравиться. Вот. Все на ваш вкус и цвет, как говорится. Ну, если видеоролик вам, в принципе, понравился, то, конечно же, вы можете прожать лайк. И написать комментарий, ведь именно ваши комментарии толкают видеоролик в топ, потому что... Это очень важная тема, это алгоритмы YouTube, долго разбирать не будем все сейчас это дело. И еще хотел спросить у вас, какой контент вы хотите видеть дальше на моем канале? Вот, если вам нравится контент с обучалками по Photoshop, то окей, пишите так, продолжаем. Если нет, можно на другую программу перейти, другую программу от Adobe разобрать. В общем, пишите, я почитаю, мне действительно тоже хочется разнообразиться. Вот. На этом пока что все. Спасибо каждому человеку, который досмотрел мой видеоролик до самого конца. С вами был ProGamer. Всем пока.